жизнь прошла в объятиях. Охотничьи угодья. Варл сказал, на другом берегу есть хорошее место для охоты. Это что там, труп? Тут опасно, девочка. Опасно для тебя, чужак. Это земля Нора. Да. Нарушение границы карается смертью. Тоже мне страшная кара, подумаешь. Видишь? Вот он умер и не жалуется. Кто это? Убийца. Вор-работорговец. Только порочил честь приличных убийц. Варл сказал, на дорогах орудуют разбойники. Ну, рано радоваться. Они не всегда сами тебя находят. В основном просто разбивают лагерь и сидят там, как мухи на мясе. Но можно пойти поискать их самим. Ты мне нравишься. Видишь дым по ту сторону руин? Встретимся там. Идет? Визор поймал какой-то сигнал. Надо его просканировать. Дождь, это неплохо. Я таких с самого детства не видела. Тут не хватает топливных элементов. Для них нужны топливные элементы. Ага, есть. Остался еще один. Thank you.
Визор поймал какой-то сигнал. Надо его просканировать. Наверху деревня Нора. Смогли завалить демона. Но прежде убийцы заставили его напустить на них другие машины. Воин! Все перебиты или ранены? Есть тут воины или целители? Я одна. Ты ранен. Что случилось? Все сразу. Там просто кошмар. Сона отправила меня с донесением. Все равно от меня толку нет. Варл сказал, что Сона выследила убийц. Она их нашла? Мы шли по их следу, но они раз за разом насылали на нас свои машины. Я уже не мог идти быстро. Сона отправила меня назад передать, что она продолжает погоню. Так ты был здесь, когда на вас напали? Да. После инициации думал, что хуже быть не может, но ошибся. Сона задержалась в хвосте строя, а те, кто были впереди, рванули в атаку без приказа. И прямо в их ловушку. Если бы не подоспела Сона... Никто бы не уцелел. Варл отправил меня искать Сону. Ты знаешь, где она сейчас? Могу сказать, где мы расстались. У железной башни к юго-востоку от руин в жажде беса. Иди туда, в сторону холма с одиноким камнем. Я вернусь в объятия и доложу обо всем Варлу. Пусть хранит тебя богиня. Без нее тебе не выжить. Визор поймал какой-то сигнал. Надо его просканировать. Thank you.
Это можно хранить. Визор по-прежнему указывает на сигнал. Длинношей. Такими их раз ты описывал. Сигнал исходит из головы. Надо туда залезть. Теперь надо залезть на голову. Есть форма, о котором говорил тот бой. Это бинты. Тот воин не единственный, кто был ранен. Сона была здесь. Надо посмотреть через визор. Этот лук долго и верно служил хозяину. Никто бы не стал бросать его. В отряде Соны потери. Наконечники. Воины мастерили здесь стрелы. Здесь они сделали привал. Наверняка они очень вымотаны после сражения.
Нужно было взять телегу. Следы. Следы и кровь. Сона с отрядом шла к тому хребту. Мертвый Пелозуб. Может, его убили люди Сона? Повезло тебе сейчас. Еще мгновение, и Пелозуб разорвал бы тебя на куски. Полмгновенья, и я б сама его убила. Так вы и есть вождь Сона? Варл послал меня. Он защитил врата? Да, доблестно. Я видела, как он сразил машину, но он за вас боится. Нашему племени нужна сила, а не страхи. Я нашла убийц, напавших на племя. Я жажду мести. А ты? О, да, еще как. Так докажи. Мне нужна твоя сила. Идем. Убийцы вот за этим гребнем роются в проклятой земле. Воин не может быть таким. Там похоронен грех при... демон. Я про них знаю. Убила одну у дозора матери. Подкрепишь ли ты его делом? Остальных я отправила прятаться вон в ту рощу. По сигналу они атакуют. Враги и машины превосходят нас числом, но зато ярость придаст нам сил. Может быть, по-другому? Объясни. Огнежар. Они применяют его для взрывов. Так и яму эту вырыли. То есть надо его поджечь и... Бог. Так и поступим. Стоп, стоп. Не торопитесь. Давайте я сначала к ним подкрадусь. Если я их спугну,
Стреляйте. Хорошо. Ну, прояви себя. Это не все убийцы. Точно было больше, я их считала. Но ничего. Я готова гнаться за ними хоть до предела копья. И дальше. Слушайте, вы ранены. Мои раны не твоя забота. Я понимаю вашу решимость, но вам нужен отдых. Она права, вождь. Дай ранам время зажить. Варл, что ты здесь делаешь? Я приказала тебе остаться и защищать врата. Я и защищал, пока туда не прибыл гонец и не рассказал о встрече с Элой и о том, где ты. Врата под надежной охраной. Я должен быть здесь, с тобой. Я хочу отомстить. Это мое право. Я пока осмотрюсь здесь. Может, пойму, куда пошли остальные убийцы. Мне все равно. Меня никто не слушает. Мама... Мы сделали то, что должны были сделать. Командиры,
За минувший месяц из-за взрывов огнежара погиб десяток бойцов. Поэтому в Железном кольце я распорядился поместить все запасы огнежара в крытое хранилище, защищенное от искры молний, а также приставил к нему охрану. Или примите аналогичные меры, или ответите за последствия. Начальник снабжения Фиран. Хранилище с огнежаром прямо внутри лагеря. Кое-что узнала. Остальные убийцы разбили лагерь в Железном кольце. Вы знаете, что это? Чтоб их. Железное кольцо в руинах злости беса. Это запретная земля. Я вернусь к матриархам. Попрошу разрешения. На это нет времени. За кровь своих надо пролить кровь врагов. Если земля проклята, наша месть вернет ей святость. Богохульник. Прошу тебя, наруж запрет. Злость беса – проклятое место. Но, может, метка Искателя нас защитит. Отправлю разведчиков. Мы соберемся возле утеса над Красным Эхом. Оттуда и пойдем в атаку. Хороший план. До встречи. Поберегись. Этого мне надолго хватит. Thank you.
пустоты. Нужно быть начеку. Рад, что ты пришла. Надо же. Рад. Скажем, у нас общий интерес. Меня зовут Нил. Видишь вон те старые камни? Под ними засела шайка разбойников. Расшатаешь камни, и тогда эти червяки вылезут наружу. Так-то. Зачем они здесь? Племя Нора ослабело. Слухи растекаются, как кровь. Граница больше не охраняется, и сюда идут те, кто жаждет убивать. Мы с другом несколько дней выслеживали эту погонь. Он умный, но решил уйти без меня. А ведь мы с ним на эту тему говорили. Ну, я понимаю. Трудно терпеть, пальцы сами просятся на тетиву. Может, мы с тобой поработаем вдвоем? Перебьем их. Я тебя не знаю. И не спешу тебе доверять. Доверие давно уже стало роскошью. Я простой путник, у которого есть лук, который не терпит беззакония и потерял напарника. Да нет в тебе ничего простого. Давай я скажу по-другому. Ты разбойница? Конечно, нет. Тогда тебе нечего бояться. Ну ладно. Кто-то должен остановить злодеев. Спокойно. Ничего они не сделают. Разве что покричат. Давай иди первая. Так хочу посмотреть, на что ты способна. Видишь устройство? Подадут сигнал, придет подмога. Удобно. А если тебе вдруг захочется совершить подвиг, там у них пленники. Yeah.
обещала Варлу и Соне прийти к Красному Эльфу. Бежать можешь? Все хорошо, я тебя выпущу. Искатель, можно к тебе обратиться? Какая честь! Я... Хвала Великой Матери! Что с тобой? Тебе что-то нужно? Да. Мы видели, как ты расправилась тут с разбойниками. Мы рады. Они обирали нас. Гонялись за нами для смеха. Мы не воины, мы изгои. Мы беззащитны.
А как вы все оказались здесь? Спрашиваешь, почему мы общаемся вопреки закону? Но как нам еще здесь выжить, когда мы оказались в необъятии одни? Я вас не осуждаю. Я тоже была изгоем. Прости меня. Вопрос понятный. Это я всех убедил. Сказал, что нас приговорили к изгнанию, но не обязали же погибать. Это умный подход. Откуда вы прибыли? Кто-то уже много лет бродит по священной земле. Что до меня, мою деревню сожгли в пору красных набегов. Мне стыдно, что я не защищал ее вместе с другими. Но я стал изгоем задолго до того, как пришли Карха. А почему тебя изгнали? Я был глуп. Отказывался делать, что мне велели. Отлынивал от охоты всеми правдами и неправдами. Постоянно ссорился с родными, задирал других воинов. Как-то раз мы разошлись не на шутку. Я его ударил, он просто рухнул и умер. Некому было за меня заступиться. Они правильно сделали, что изгнали меня. Кажется, теперь ты совсем другой человек. Да уж, надеюсь. Мы все здесь изгои, но чтобы выжить, надо держаться вместе. Ненавистный нам лагерь теперь может стать нам домом. Ты позволишь нам остаться? Позволишь, даже если это будет вопреки воле матриархов? Конечно, оставайтесь. Ха, я надеялся, что ты это скажешь. Ты так нас всех вдохновляешь. Спасибо. Правда ведь это приятно. Задержать свой последний вздох и выпустить. Твоего напарника нет. Его убили. Удивляться нечего. Он в последнее время распоясался. Стал дерзко себя вести. А ведь я ему говорил. Всегда нужно упиваться убийством, а не схваткой. Забудь о нем. Мы вдвоем и так справимся. Я и голос наших зубов. Ты дал ими луку? А ты нет? Ну, так уж и просто. Броня сделана по мерке, а лук ты держишь. Я тебе про чувство справедливости. Я был солдатом, только воевал дольше, чем длилась сама война. Зазор в броне, куда пробивает стрела, вот где мое место. И я всегда нахожу его, как домой вернуться. А на машины не думал поохотиться? Не, машинам нельзя заглянуть в глаза. Разбойники тебе что-то сделали? Всем сделали. Если живешь как мерза, то и сдохнуть придется так же. Так ты их убиваешь для благого дела? Нет, нет. Для забавы. Я больше не могу ждать воин. Жизнь коротка и пресна без трепета смерти. Убьешь члена племени, тебе будут мстить. Убьешь кабана, сануют, что переводишь мясо. Но разбойники, они опасны, они не сдаются без боя, и никто не ноет, что их убили. Не знаю, кто хуже, они или ты. Мы живы, они нет. Ясно же, что мы лучше. С этим все. С этим? Боюсь, что да. Но мы живем в мире полном руин. Разбойников влечет к ним, как заразу крани. Ты же не дашь заразе пустить корм? Мы еще свидимся. Может. Но мне бы не хотелось. Мою работу ты узнаешь сразу. Так и я твою.
погибли. Прямо военный лагерь. Столько раненых. А вот и она. Она теперь искатель, что ли? Иди-ка сюда, погляжу на тебя. Ты же Нора, исполни свой долг. Девушка с меткой искателя. Стражи тебя ожидали. Ты Морея? Можешь указать путь к Меридиану? К столице Карха? Она к западу отсюда. Но их воины остановят тебя задолго до нее. Пусть попробуют. Я не о том. Тебе нужно пройти через перевал, и там стоит форт Карха. Говорят, Карха закрыли границу, чтобы не пустить к себе зараженные машины. Если я перебью больные машины, границу откроют? Возможно. Но я не пошлю с тобой воинов. А зачем они мне? А ты справишься? Сама, в одиночку. Я хорошо стреляю. Надеюсь, что настолько хорошо. А далеко пошла зараза? Я видела больные машины на краю долины. Говорят, они попадаются и на юге тоже. Зараза, где бы ни была, действует не только на машины. Она обжигает плоть и отравляет раны. У больных машин есть слабые места? Огонь вредит им сильнее, чем обычным машинам. И на том спасибо. Одна богиня теперь может нас спасти. Надо понять, что это, и тогда бороться. Матриархи решили, Элой. Будем обороняться и молиться богине. Так форт к западу отсюда, а за ним Меридиан? Да, форт рядом с брошенной деревней. Он зовется Солнечной башней. А что за деревня? Ее название уже никому не важно. Я там родилась. Что там случилось? Война. Очередной красный набег Карха. Мне тогда было 15, я убежала. Другим не так повезло. Племя Норы отступило сюда, к венцу матери. А долину оставили им. Даже сейчас, после войны, долина служит для Нора рубежом между нами и Домом Солнца. Венец матери на границе священной земли. Тут часто бывают чужаки. Да. Не в самом поселении, конечно. Там, в долине. После войны иноземцев стали пускать в долину, и мы можем торговать, если хотим. Это вроде бы уже не чужие владения, но еще не священная земля. Если интересно, загляни в приют охотника. Это горстка жалких лачуг и шатров, но у иноземцев там перевалочный пункт. Наверное, там можно расспросить про Меридиан. Ты командуешь тут обороной? Венец матери хорошо защищен. Во время войны он выдержал 15 штурмов, отбил 3 осады. Мы выстоим. Не надо равняться на былые победы. Опасно для жизни. В свое время я тоже победила на инициации. Как и ты, я сперва отставала, пришлось срезать путь. Еле дошла с переломанной лодыжкой. Это не инициация, все взаправду. Ты не понимаешь. Я сама сюда попросилась. Защищать венец матери. Это моя награда. Я готова отдать все ради славы племени. Если надо, и жизнь. Ну, я пойду. Ладно. Будь осторожна, Элой. Я надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Это слишком хорошее имя для этих убийц. Надо придать их забвению. Кто послал этих убийц? Ну, она теперь уже не изгой.